каждый вечер происходит некая жизнь. И вот девчата репетируют, и парней, конечно, в коллектив. Поэтому, парни, если вы хоть чуть-чуть ногами умеете, то приходите. Вот, да, да. Сейчас посмотрим, как ты, да, да. Ну что ж, вечерами здесь действительно проходит интереснейшая жизнь. Можно заниматься вокалом, можно танцем. А с этого года еще и можно научиться игре на гитаре. И я вас сейчас познакомлю с преподавателем этой студии, где обучают игре на гитаре. Выходите. Встречаемся. Я знаю, что уже некоторые студенты пришли, уже даже занимаются, но они еще не могут выйти на сцену. А вот мы сейчас посмотрим, что можно сделать за 10 занятий. Да? Это преподаватель, уже можно аплодировать. Студия на гитаре.